Тут вот какая маза. Итак, короче говоря, у меня трансферный бюджет около 52,5 ляма в этом сезоне. Это я сейчас буду проводиться по записям, которые видите на экране, подробно рассказывать буду. А второй пункт, там где символ процента, это доступный доход от трансферов 95%. И еще шестилетняя у меня спонсорская сделка 5,5 миллионов фунтов стерлингов за сезон. Закончится она через 4 года. Доходный прирост за этот месяц 453 607 фунтов. Расходы оцениваются 262 171. И как видите, профит за месяц 191 436. Месяц назад было все иначе, ибо траты превышали денежные поступления, и я выходил в минус. Красным засвечена отрицательная статистика. 254 тысячи за прошлый месяцочек. И общий игровой баланс мой равен в целом 170 с лишним лимонов. Смотрим следующий слайд. Так, тут gate receipts, значит, ну, квитанция за, ну, короче, аренду ворот или что-то типа того. Это, короче, доходная строка. Вот. Так, за этот месяц у меня сезонные билеты почему-то на нуле. Показатели телевизионных доходов тоже в бублик. Так, выручка от мерча 26 544 фунтов, что в 5 раз почти меньше, чем за прошлый месяц. Да. 17,5 лямов в общем. Проданные игроки. Так, за прошлый месяц 60 тысяч. Так, это у меня призовые деньги. Инвестиции на нуле. Так, дальше пункт интерес. Ну, соответственно, понятно, интерес какой-то там 85. И в целом 453 607 сумела в этом месяце срубить. Так вот. Ну а теперь переходим к пункту трат моих. Так. И здесь вот wages — это, короче, заработная плата моим игрокам,
что приваливают 174 907. Сумма бонусов, оценивающаяся за 40 000. Так, сайнинг фис это чаевые или что, подписи, роспись или как ее там, на чаевых. А, фи, это не чаевые, это какого, доплата игрокам за какой-то этот самый. Фигня, я забыл, как называется. В общем, дивиденды 0. Так, купленные игроки 0. Так, ground maintenance, это, я так понимаю, обслуживание полей футбольного поля. 47 111. Дальше какие-то лиг файнс, не знаешь, что это такое? Интерес тоже, за что интерес, не понимаю. Текс, налоги 0. И другое тоже 0. В целом 262 171. Вот так. Опять же. И сейчас будет последний. Так, а вот это уже графа. Да. Трансферных деталей. Так, имя игрока. Филипп Биллинг. Так. Продажа по пункту. По предложению. Не знаю, как правильно это сказать. 50% его следующего трансфера пойдет в сам бюджет футбольного клуба Челси. А дальше три позиции по Марселу. Это деньги за появление, Реал Мадрид заплатит 100 000 за следующие, не посаду их. Появление в 4 лигах. Не знаю, как это правильно сказать. И вот monthly installments. Что означает ежемесячные платежи. Реал Мадрид задолжает. Будет, ну, должен или как его, 8 000 фунтов стерлингов за месяц за следующие 9 месяцев. И вот salary — это платы. Total wage budget — это всеобщий бюджет платежей за месяц, за неделю, еженедельный это, per week, 1 800 000. В общем, дальше я не понимаю, что тут,
идет player type. Этот пункт мне пока сложно понять, поэтому оставим. И давайте лучше посмотрим, как были сыграны дальнейшие матчи. Come on. Сейчас я... В общем, сделаю последний штришок. Да. И вот все. Все замены с основными игроками, они мне, короче говоря, уместились в одну целую картину. Ну а здесь пробежимся по последним результатам. И что же мы видим? После матча с Брайтоном мы проиграли Лестеру. Был ответный матч с норвежским Лином, но мы прошли дальше. Дальше. 3-1 прогорели мы Бернли. Потом опять просрали Фулхаму. И что же мы видим? И тут это самое. У нас пошла белая полоса более-менее. Мы победили Арсенал. Вот. Моя тактика, схема. И вот. Марсело у меня в запасе остался. Арсенал вот так все. Лаказет Абамьян. Хайлайты ключевых моментов. Вот, соответственно, сам матч. Вот это одни из потуги Арсенала забить нам гол, бля. Вот даже Абамьянг пытался. Но мы были здесь на два шага впереди. Сами все увидите сейчас. Так.
Вилен заутал. Да. Сарембаш, я снимаю с мобильного телефона. Они с компьютера напрямую. Что у меня памяти очень мало на этом жестком диске. Вот мы тут идем. Ковачич пытался забить. И вот самый победный гол Зиши. Красава, мэн.